Я просто... С тебя офигеваю, Лёха! Вообще странно, мы слили воду и дальше вода. Да чё ты маешься фигней? Можно не так разговаривать? А, да? Я чё, человек-амфибия? Я не знал, что я под водой умею разговаривать. Мне это вспоминается фильм. Заплати! Я тебе чуть-чуть в лицо попал. Это ничего. Пуля в лице тебе к лицу. Жрать, лежать! Не лежать! Не вставай! Не вставай! А! Ай-яй-яй-яй! Васильич, Васильич! Я постоянно поражаюсь вашей реакции. Так, доброе утречко! Васильич! Доброе утро, Лёха! Васильич, а мы где вообще? Ты помнишь, нас машина сбила? Да, помню. Ну вот, это полевой госпиталь. Полевой госпиталь? Я думал, в полевом госпитале должны какие-нибудь врачи там ходить и так далее. А нас чем лечат-то вообще? Видишь плесень? Вижу. Пенициллин. В смысле, им и лечат? Да. Мне кажется, он как-то обрабатываться до этого должен. Теперь понятно, откуда ты такие здоровые усы. Так, Васильич, а нас вылечили, а то я нифига даже пошевелиться толком не могу. Ты спать? Ну давай поспи, спокойной ночи всем. Грибочки, грибочки. Ягодки. Подожди, Василий, нам мир, наверное, надо спасать. О! О! И откуда у тебя лом? Ты что, его всегда с собой таскаешь? Ну, пригодится. Пригодится? Это отлично, когда пригодится. О, смотри, тут что-то есть. Ты что сейчас только что сделал? Не, ничего, ничего. Не туда, не туда. Ой! Пойдем, Васильич. А, ты что сделал? Надо лом найти. Я не знаю, откуда у тебя лом взялся, но мне надо найти лом. Да я знаю. Ну, смотри, нормально, подсобочки. У них везде лом лежит. Мне кажется, здесь первая вещь, которую можно все делать, это лом. Именно при помощи лома. Shine, это главврач? Почему он? Вот вообще-то мистер Васильич, а не мистер Фримен. Да задолбали путать, я уже не да знаю. Да не говори, смысл. Так, и чё? А дальше? О, здрасте! Вы, видимо, санитарным? Я назад в психушку не хочу! Нас ничего за это не позовет? А, ну мы же психику, куда нас спасаем? Психушку разве что назад. Стой, а там-то у нас, помнишь, вентиляция была? Ой, это, то есть, дверь. Смотри. О! В смысле? Это что такое? Это... То есть он такой, знаешь, за психа такой прикинулся, такой вместе с ними. По-любому вместе с ними гоняет. О, нифига себе, его прям в прыжке добил. Это, знаешь, это время офигительных историй. Короче... Блин, он сидел на туалете, какал. Ну, кстати, ну как раз же после смерти люди же обсираются. Ну вот, заодно ты ускорил ему эту задачу. Ну да. А, стой, мы назад вернулись, да? Замечательно. Лежать! Лежать, вы больны, вы должны лежать. Ну отлично. Прилег, отдохни. Нифига себе, их здесь сколько ходит. Братан, можете водички дать попить? Хватит мне пить. Хватит. Вообще не говори, непонятно, что происходит. Так вот, что ты там хотел рассказать? А, короче, лежу я как-то в больничке, значит, делают мне плазмы ФРС. Это, короче, чистка крови, вот Турчинский как раз от такого умер, кстати. Делают мне чистку крови, значит, лежу я в реанимации. И рядом лежат, ну, короче, два тела. Ну как, больше народу лежит, но не подают признаков жизни. Но лежат, лежат, я фиг знает, почему они там. Под ИВЛ, не под ИВЛ, без понятия. Ну, один под ИВЛ, кстати, лежал. И это. И рядом, короче, один просыпается и начинает в мою сторону мычать. Он прям просыпается такой. А я, короче, лежу на панике, ничего понять не могу, что происходит. В смысле, может, зомби-апокалипсис какой-то начал туда-сюда.
Я прям такой в шоке смотрю, и он мне прям дальше такой... И что-то, короче, начинает себя, знаешь, как в фильмах, все выдирать, там, это, катетеры все туда-сюда. Я вообще в шоке смотрю, я не могу понять, что ему надо от него. А он мне дальше... Я такой, братан, да тебе что надо-то, как бы? Он, короче, встает, а он, оказывается, это, проснулся. И это, в туалет захотел, он не знал, что у него эта штука подсоединена. И он, в смысле, это, утку искал, куда попесть. А он с друганом, короче, оказывается, забухал до этого. Месяц они бухали. И их увезли, в смысле, на прокапу. Вот так два дня валялся. А мычал он, потому что он забыл, как говорить, в смысле. А я, прикинь, я реально думаю, что это, короче, какой-то зомби-апокалипсис. Думаю, что за фигня вообще происходит? Почему какой-то мужик просыпается, мычит в мою сторону? Знаешь, как какой-то Resident Evil начинает из себя все катетеры выдирать. Я вообще, что за дичь происходит? Ну я прям запомнил этот момент. В жизнь он мне как-то въелся. Ну я бы тоже перепугался, если бы такое случилось со мной. Но вот было бы интересно так перепугать кого-нибудь. Ты понимаешь, спишь, спишь, и тут ты начинаешь скакивать, зирать с себя все. Да-да-да. Подожди, нам, наверное, это как-то перекрыть надо. Другой? Вообще, первоначально я хотел что-то другое рассказать, но я забыл что. Про зомби? Не, про зомби это вот эта была история. Какая-то была еще история больничная. У меня постоянно много веселых историй. Подожди, а может быть все-таки это вот так как-то делается? Слышь, Васильич? Мне кажется, нам сюда. Вот так, наверное. Ага, я тебе сейчас дверь открою, Васильич. Я как блоха. Опа, заходите. Пистолет. Ой. Кто стреляет? Стоять бояться! За Васильичей двор! Бью ломом в упор! Здесь аптечка еще есть. На, забирай. Вон. Так, я и пистолет забрал. Я думаю, микро-Васильич перенесет пистолет на всякий случай. Все, я вентиль закрыл. Так, отлично, значит, мы можем дальше проходить. Опять у нас спасение рядового Васильича. Ваши усы цены для нашей операции. Почему мне так больно на все это смотреть? О, привет! Шоковая терапия. Правильно, провел ему шоковую терапию, ты молодец. Да. Да откуда вас здесь только берется-то, а? Блин, там еще они стоят. Отлично, Васильич, отличный выстрел. Я знаю. До сих пор не понимаю, что мы здесь пытаемся сделать, но что-то мы пытаемся сделать. Закрыто? Ой-ой-ой-ой. Васильич, я же видел до этого кабеля здесь, я поэтому в воду и не прыгал. Я тоже его видел. Но знаешь, все в жизни надо попробовать. Да, шоковую терапию особенно надо попробовать. Прям обожаю. Прям желаю. Прям воскрываю. Так, здесь вот вентиляция есть. Так, алло, диспетчер, диспетчер. Добрый вечер, я диспетчер. Добрый вечер, да, я диспетчер. Я не понимаю, зачем я еще в эту комнату зашел? Я подумал, может быть, здесь электричество отрубается, но оно нифига не отрубается. А зачем тогда она? Так, нямки поесть, что ли? Там дальше что-то было, куда-то может зайти. Что-то я где-то видел здесь. Вон дверь. А, вот дверь, да. А, ну может быть нам сюда и нужно. Опять всякая фигня на потолке. Он череп ел. Опять Йорика. Да блин, нафиг я встал-то прям на аптечке. Смотри, одного едят. Да-да-да-да. Чё, вкусно тебе? Меня едят. Тебя едят? А это мой сладенький, а? Стой. Мне показалось, или я сейчас после того, как ты сказал, услышал визг как минимум 1000 девчонок? Да, мне кажется, тебе показалось, Васильич, их были миллионы. Миллионы? Да. Ничего себе, вот это запросики на френдзону.
Не, ну я говорю, я прям очень дико тогда офигел. Он прям такой, эй! Я такой, что надо вообще? Слушай, ты меня поводил, я над кем-нибудь подстебусь когда-нибудь. Просто вот, знаешь, спишь такой, спишь. Что с тобой? Пить хочу. Так он у меня потом спрашивает, ты здесь типа тоже из-за того, что запой? Я говорю, да нет, как, блядь, другой причине здесь, блядь, басы. Ну это забавно было, прям очень сильно. Знаешь, такая плюс одна история в моей жизни в копилочку. История — это всегда хорошо. Да. Так, а тут... Сюда, ну, может быть, что-то воткнуть надо? Тебе лишь бы тут воткнуть, а? Да, я так и ждал твою вот эту шуточку. Нифига себе! Ой. Странный пациент у них здесь. Те нямки нужны? Ну как нямки? Нет. Ну можешь вон одну взять. Так, и что нам куда? Наверное, вот что-то тут... О, смотри! Тут что? Это в подарок черепок и вентиль. Нам вентиль, наверное, надо воткнуть куда. Ой! Видишь, потому что я мозг и капитан. О! Че ты идешь? А эх, кто? Ты Василий? Да, у меня просто, знаешь, это... Инспектор Василич, Василион. Тишина. Арбузилич. Арбузилич седьмой. Тишина. Да что их так много-то, а? Мне патронов на всех не хватит. Это, наверное, хирурги их местные. Нормальных, видишь, хирургов не хватает. Нанимают таких. Так. Надо определиться, в какую сторону дальше идти. Что так, с той стороны? Стой, ты... Что стой? Дверь я только что эту открывал сам. О! О, тут... А, это мы назад, короче. Все, я понял. Так, а вот это тогда чё? О! Гномики! Ой. О, Арбузилич! Только что тебя вспоминали. Арбузина восьмая. Арбузина, восьмая. Так, а подожди, а тут больше ничего? Может, нам гномов надо? У нас как раз будет по гномику. У тебя будет свой гномик, у меня свой гномик. Ты задумался своими гномиками? Пошли дальше. Куда? Сюда? Пойдем. Ну да, а куда? А подожди, а мы же это... Мы же вот там были. И... Да. Стой, мы, значит, что-то взяли. Что-то где-то открыли, типа... А нафига нам гномов-то дали? Что нам с ними делать? А, ну-ка, Лёха, если... Гномилич. Что? Ты думаешь, что? В этой комнате что-то? Что? Василич Гномилич? Я сомневаюсь, что нам сюда надо гнома куда-то определить. Не, зачем мы это открывали-то? Может, я что-то не догоняю в этой жизни? Я, видимо, тоже. Так, ну это не вентиляция. Ну, нам прям четко указывает, ползти сюда. И типа, и нафига мы здесь куда выползли? Ну, типа, по вентиляции, вот откуда мы выходили. Там прям стрелка, вам сюда. Прям кто-то нарисовал специально. Ну, вот это, наверное, работодатель наш. И потом мы открыли дверь назад. А для чего мы ее открыли? Я что-то везде скелеты. Ну блин, ну пипец. Ну если плавите в ванной, плавите так до конца. Смысл? Вон там как инструкция. Во все тяжкие. Посмотрели бы хоть, да и все. Ну, блин, ну неспроста же эти гномы вылетели. И арбуз разлетелся. Сейчас смотри, Василич, прибежит кто-нибудь, у нас дыня еще разлетится. Теперь ты меня озадачил. Это очень даже озадачивающе, знаешь ли, Лех. Ну, подожди, ну, серьезно, может, что-то все-таки с гномами делать?
Может, что-то вообще просто сделать? Так, это назад. Отсюда пришли. У нас было что-то какое-то место, куда мы не могли прийти? Зайти? Вот. Не знаю. Здесь заперто. Вот это вот опять время офигительных историй. Мы сейчас еще здесь подзастрянем надолго, скорее всего. Так, и чё? Может, что-то на компе нажать? У меня такое чувство, что мы должны где-то электричество отрубить. И типа, скорее всего, под водой где-то проход есть. Только зачем нам гномы для этого? Здесь заперто. Здесь даже дверей-то больше нет, которые открываются. То есть вот, мы типа взяли вентиль. Я сомневаюсь, что надо ключ какой-нибудь найти. Ну, по-любому где-то здесь есть разгадка. Как вы думаете, Василий, по этому поводу? А я умею думать? Ну да, у тебя усы умеют думать. Одна голова хорошо, а с усами еще лучше. Не, ну может, типа, эту фигню зачем? Стоямба. Так. А куда он уходит? Кто, кабель? А, да. Ты по кабелю хочешь проследить? Ну да, так, кстати, непонятно. Делать? Ну да, надо что-то делать. Ну даже не взрывается, как скучно. Да, не говори. Что-то где-то прям... Либо какой-то проход пропускаем, либо чё. Куда мы можем приютить гномиков? Не, ну это немножко, конечно, бредово будет, что нам надо что-то с гномами делать. Ну типа, ну у нас вылетело 2 арбуза и 2 гнома. Я сомневаюсь, что мы как официанты должны пожать что-нибудь куда-нибудь отнести. Стекло разбивается, а дальше ты все равно не пройдешь. Мне все-таки кажется, что-то в этой комнате. Не знаю, что. Ну а что здесь в этой комнате может быть? Он похож типа на какую-то комнату управления. Че? Помнишь, где дома? Иди сюда. Ну и... Так, где ты? Сейчас. Я потерял... А, вот. Я забыл, откуда идти. Ага. И чё? Да, короче, смотри. Сюда. А, нам надо сюда попасть. Ну вот здесь, видишь, здесь вот разбивается, а дальше как? Я вот здесь стекло было, я разбил стекло. Грави-пушки у нас нету. Может быть, попросить гнома? Гном, подвинь, пожалуйста. Нет, это так не работает. Не, я бы, конечно, офигелось бы, это так работало. Ну да, это по-любому надо сюда. Только... А, подожди. Там, видимо, оттуда гравити-пушка вылетала. Лёха! Я решил ради прикола глянуть, что у меня есть в карманах, и смотрю, у меня есть гравити-пушка. Весело, а что она сделала? Она воду слила. Ну, сейчас мои... А. Да. А, ну я да. Тоже сначала смотрел, что-то не вился. Опа, тут сверху пацаны. Подожди, сейчас я разберусь с ними. Гном, на помощь! Ну а чё гном их не убил? Гном! Плохой гном! А, ты, Василич, ты их так перебил. А чё мне? Так, сложно вон нам туда, вниз. Ты где? Сейчас приду. Василио. Ты там чем-то вкалываешься, что ли? Нет. Я просто... С тебя офигеваю, Лёха. Вообще странно, мы слили воду и дальше вода. Да чё ты маешься фигней? Можно не так разговаривать? А, да? Я чё, человек-амфибия? Я не знал, что я под водой умею разговаривать.
Мне это вспоминается фильм. Собаки! Я тебе чуть-чуть в лицо попал. Это ничего. Пуля в лице тебе к лицу. Лежать! Лежать! Не вставай! Не вставай! Василич, Василич! Я постоянно поражаюсь вашей реакцией. Я тоже всегда поражался собственной реакцией. Тебя то есть не смутило, да, что он бомбу достал? Я. Ну, бывает, да. О, я автомат нашел. Автоматчик Алексей. Ты. А идет ко мне Андрей. Подожди, какой Андрей? Уничтожаю. Уничтожитель 6000. Ты где мой уничтожитель? Так. Здесь автомат еще есть. Сейчас приду, если я правильно иду. Так, нет. Ты можешь что неправильно идти? А. И где? А, нашел. А, взял все. Подожди, а как ты сейчас? Лежать! Давай, Василич, ты справишься. Да если ты передо мной отойдешь, я буду убивать. Отлично. Тебе патрончики надо, что-нибудь, аптечку? Вон, возьми аптечку. Патрончики себе. Ну, спасибо, благодарю. А то я вас тоже немножко подкоцал. Я, знаешь, я слышу какой-то шум, как будто кто-то по какой-то клавиатуре жмет воображаемый. Ты что, клавиатуру себе в кармане носишь? Не-не-не, ты не понимаешь, это пупырки. Пупырки? Пупырки у меня в кармане. Ну, знаешь, которые рассолкнули. Да-да-да, я понял. Антистресс. Да-да-да. А, Василич, я понял. Отдай. А, да. Вот так это делается. Ну, спасибо большое. То есть я увидел, а вы сделали, да? О, да. Там сверху опять этот гоняет. Это дурачок без гранаты, надеюсь, в этот раз. Какие-то странные пациенты в этой больнице. Слишком странные. Извините, а вы что, карлик? О, здрасте. Назад в палату. Неприемный день сегодня. Привет. Ой. На, вон, ну няшку съешь там. Няшку. Василич, я боюсь, ты так наркоманом скоро станешь. Постоянно какие-то обезболивающие принимаешь. Нифига себе. Да ты обалдел, что ли? Ты подожди, а как он так ползает? У него ведь ног нету. Это без ножка? Погнали наверх. Погнали, Василич, наверх. Все, пошли. Пошли, а! Чувствую себя фигово, там еще вроде кто-то был. Или нет? Или ты всех убил? Так, тут понятно, что вниз можно. Давай там глянь, что есть. А тут дверь. Тут дверь. Генераторная, патроны, нямка. Бери. Ну все. Ну все, пошли вниз тогда, да? Угу. Так, нямку я тебе одну оставлю, пачку патронов в один. А, это пистолет, что ли, патрон? Да ё-моё. Нормально, нормально. Не критично. Не критично. Будем думать, все отлично. Не, ну, конечно, с гравити-ганом это фишка была. Так, что себе заберешь? Да. О, мы дальше продвинулись. Он, прикинь, рукой мне макал. Может, подписчик мой? Не знаю, откуда мне подписчик. Я не знаю. Ну, может быть, может, ой, ты типа это, может, газеты там рассылаешь куда-нибудь, на тебя подписываются люди, на твою газету. Так, я... Газета у Васильевича. Я даже не знаю, о чем бы я писал, наверное. О наших приключениях, ну, там, знаешь, вот эти мемуары Васильевича, там все дела. Картоха. Картоха, да. Как вырастить сотки тонну картошки, например. Так, а мы это отсюда пришли. Да, да, кстати. А зачем мы сюда вернулись? А, вот. Мы сняли же защиту. Да. Опа. Василич, поход за тобой выехали.
Граната, Василич, под тобой. Не моя причем. Все, отлично. Блин, я сейчас отъеду, Василич. Там сзади по тебе твой человек стреляет. И гранаты ищу в подарок. Тихо, тихо, все, тихо. Куда тихо? Все. Ладно, последний там. Поверь. Отлично. Последний, говоришь? Спасибо, Бог. Ну да, чтоб ты не мучился. Не, не последний, нифига. У меня граната здесь. Так, да куда деться-то? Звучит как угроза. Да они меня вообще закидывают здесь. Я себя так себе чувствую, если так по чесноку. У меня и патронов нету. Ладно, сейчас. Да блин, Василич, ты что передо мной прям взялся? Нифига себе, откуда у тебя дробаш? Отлично. Где? Где-то здесь, рядом еще есть. Откуда у тебя ракетница? Все. Давай ты оставишь это в тайне. Не будешь думать, что все нормально. Так и так все нормально. Ну вот, ничего не было. О, тут аптечка. А, ты уже скушал. Давай. О, да, я прям чую, как энергия приходит ко мне. Тебе не надо? Не-не-не-не, бери, бери. Посмотри, у меня все сзади штаны чистые, а то мне кажется, я обосрался, пока заряжался. Нормально все? Нет, не чистый, не чистый. Понюхай попу носиком. Опять ты за свое. Стоп, как а там? Откуда я да это посмотри знаю? Под ёбочку, это что-то и посмотри на булочку, понюхай попу носиком. Я прям нашел смысл, это воровайки шмон песня называется. Спасибо, надо найти источник. Так, вот мы походу здесь нашли какой-то источник, тебе тоже кажется, да, что это тот самый источник? Погоди, 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 тут лестница была. Лестница была? А, да, действительно. А тут заперто. Ну, видимо, да. Как мне, блин, это нравится-то, а? Тебе тоже, да, это нравится? Обожаю, ты не представляешь как. Зовем работодателя. Да, 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 давай зовем работодателя. Работодатель! Работодатель! Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник, Макс Мучал. Меня больше всего, знаешь, вот чего врубает? Вот, типа, делают конец уровня, перед этим ставят, в смысле, аптечку с этой, автоматического перехода между уровнями нету сохранением вооружения. Вот, типа, ну, как бы, зачем? Ну, вот согласись, если, как бы... До момента, когда мы доходим до сюда, уже все, в смысле, мы уже всех убили, получается, и мы проходим и типа вручную запускать. Может быть, мы что-то не так делаем? Но нет, здесь нету смысла этого, чтобы эксит. Я не знаю, что мы делаем не так, почему он не загружается, ну почему тут старый так работает. Ну, лови! Так, ребят, если вам понравился этот ролик, лови! Не забываем подписаться на мой канал, поставить... Да ты надоел по месту, я тебе тут говорю! Подписаться на канал Максимус Чанл, поддержать лайком этот ролик. Конечно же, нажать на колокольчик, чтобы приходили все уведомления, чтобы вы ничего не пропускали. Напишите, если хотите продолжение, снимем продолжение с Васильичем. С Васильичем обязательно. Да. Вот, то есть нам придется сейчас следующую карту запускать вручную и добавлять нам себе все оружие. Вот так и живем постоянно, так и живем. Вот а хотя так. Подожди, да. Там же очень часто при переходе, например, мы себе... Оружие спавнят. Да, да, да. В первом эксите был, ну там не везде было, в смысле. То есть где-то там было, например, Gravity Gun тебе дают, а ты дальше проходишь, и там типа лежат патроны для пистолета. Пистолета у тебя нет. Такой замечательно. Как так? Все, ребят, на этом все. С вами был я, Леха Смертник, Максимус Чанл. Ссылочку на него вы найдете в описании, в закрепленном комментарии, друзья. На этом все. Да, да, и да, это да. Было Шоу Хриплых! Я надеюсь, что. Василич, наконец, в этом ролике был погромче, чем обычно. Все, давайте увидимся.